І вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Це програма «Це вас хвилює». Що нас хвилює сьогодні? Багато чого. А тема нашої сьогоднішньої програми – це самореалізація творчої особистості у сучасному світі через навчання у Малій академії наук України. І для цього ми запросили до нас в студію гостей. Тож, друзі, знайомтесь. Іванова Оксана – методист по роботі з обдарованою молоддю Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. А також молодь – Георгій Кузнецов і Іван Штанько – дійсні члени Миколаївського територіального відділення Малої академії наук України, переможці 6-ї всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інноваційних проєктів. Ось, друзі, бачите, які в нас сьогодні гості. Друзья мои, здравствуйте. Я очень рада видеть вас в студии. Оксана Анатольевна, вас и вот этих прекрасных молодых людей. Я хочу сказать нашим телезрителям, что и Георгий, и Иван являются учениками 11 класса. И вообще без обеда вот сразу к нам. Представляете, со школьной скамьи и сразу к нам. Ребята еще не ели, но при этом я думаю, что наш эфир пройдет очень быстро и интересно. Оксана Анатольевна, будьте добры, Малая Академия Наук, очень сегодня общество нуждается в умных людях. И вот эти ребята, которые сидят, я даже не побоюсь назвать их элитой уже сегодняшнего дня молодой научной армии нашей страны, правда? Да, на самом деле так и есть. Малая Академия Наук – это... такая действительно на сегодняшний день серьезная очень образовательная система, которая как раз и создана для того, чтобы помогать вот таким молодым талантливым ребятам, помогать продвигать свои идеи, помогать их найти вначале, наверное, потом все-таки организовать свою работу и продвигать эту работу в дальнейшем в свою будущую жизнь. Наше Николаевское территориальное отделение, оно создано в 1995 году, то есть в этом году мы отмечаем 20-летие уже Малой Академии Наук. Юбилей! Да. Юбилей! Господа, 20 лет Николаевской Малой Академии Наук. Представляете, это уже кое-что. Да, как раз в этом году отмечается юбилей. Начиналось все, конечно же, с небольшого количества секций. Это буквально было около 5 секций, в которых занимались ребята. Руководили этими секциями преподаватели высших учебных заведений нашей области, помогали ребятам в их разработках и так далее. В принципе, тоже сейчас делается, но сейчас уже наше отделение именно научно-технического направления складывается из 5 отделений. Это такие отделения, как отделение технических наук, отделение компьютерных наук, отделение математики, физики, астрономии и экономики. И насчитывает 23 секции, которые уже признаны более узкой специализацией, определяются. Вот, например, Иван у нас, он воспитанник отделения технических наук, которое насчитывает 7 секций. И это довольно широкий спектр технических наук, в котором ребенок может выбрать более узкую секцию направленность. Например, у Ивана в этом году секция научно-техническая творчество и украинское винохидность. Вот так. Вот такая вот секция, его интересная разработка в этом году заняла второе место как раз на этой всеукраинской выставке. Да, всеукраинской выставке конкурсе «Майбутнє України». Вот как бы в целом так о работе Малой Академии Наук. Чем мы еще занимаемся? Это прежде всего отбор учеников, это тестирование, написание. То есть просто так к вам не придут, да? Естественно, нет. Это ученики 8-9 классов, как правило. Они пишут входное тестирование с определенным уровнем знаний по базовой дисциплине. Ребята могут уже дальше, потому что мы знаем, что без знаний в определенной сфере, да, по математике, той же физике, то невозможно никакие разработки, невозможно создание чего-то нового, нужна база.
Поэтому обязательно тестируются ребята при поступлении в Малакадемию наук. И дальше продолжается у нас обучение. Идут, проходят сессии, где ребята обучаются конкретно, как вести науково-доследовательскую свою работу, с чего начать, как выбрать тему, как двигаться дальше и так далее, и так далее. И при этом ребята учатся без отрыва от своей учебы. Иван, будьте добры, Оксана Анатольевна сказала, что вы занимаетесь в секции, в технической секции. И как вы попали в Академию наук? Будьте добры, вы являетесь учеником 11 класса Николаевского коллегиума, да? Нет, я ученик 11 класса Николаевского морского лицея имени Александрова. Попал я в Малую академию наук. Я поступил туда в 8 классе, поступил чисто из-за собственного интереса. То есть это было, мне было это интересно попробовать что-то новое в своем обучении, что-то новое в образовании. Тогда нам учителя предлагали попробовать себя там, если у нас есть какие-то наработки, свои идеи. И как бы я поступил туда, прошел успешно отборочный этап и смог уже показать себя на уровне сначала областной защиты, а потом уже и украинской защиты, то есть реализация своих идей. Ну, у вас есть уже свои личные наработки, Иван. Да, есть личные наработки. За эти 3 года как бы я представил уже 2 работы. Научные. Ну, все-таки работы Малой академии наук отличаются от работ самой Академии наук. И, начинается с малого. В плане такой, как научной работы, то есть систематизация полученных знаний, анализ какой-то информации и разработка каких-то новых концептов, то, конечно, да, такое присутствует. Георгий, а будьте добры, как вы попали в Малую академию наук? Ну, я попал в Малую академию наук чисто из своих интересов, то есть я узнал сначала про нее от своих учителей, мне стало интересно... Как и Иван, да? Иван тоже узнал? Да, так же, как и Иван, я узнал про нее от своих учителей, у меня у самого были свои интересы в этой области. И, в какой области? Ну, в области физики, я сам как бы занимаюсь... Физик? Да, я физик. Я занимаюсь в Малой академии наук, в секции физика и астрономия, представлял свою работу, я в секции экология та ресурсосбереження. Вот, у меня были, соответственно, сам я с детства интересовался экологией и ресурсосбережением, интересуюсь также физикой, ну, соответственно, я захотел попробовать свои силы, тоже, как Иван, я поступил в конце 8 класса, я прошел отборочный тур, и в 9 классе я уже поступил в саму Малую академию наук, и в самом же 9 классе я уже написал свою первую научную работу, и, соответственно, представил ее на областном и всеукраинском уровнях. Оксаночка, совершенно потрясающие молодые люди вас окружают. Но вы знаете, что еще бы очень хотелось, чтобы их научные работы, которые они пишут, мне просто сердце подсказывает, что их научные работы, они очень нужны нашему сегодняшнему обществу, даже не завтрашнему, а уже сегодняшнему, чтобы их труды не утонули в море вот этого всего вороха такой информации, которая не всегда полезна. Вы работаете над этим? Конечно, Малая академия наук призвана помогать таким ребятам, поэтому мы стараемся работать в этом направлении, помогать всячески. Ну, хочется сказать, конечно же, что ученические проекты не всегда требуют еще доработки для того, чтобы это каким-то образом внедрить в жизнь. Но всегда мы знаем, что молодежные и проекты, и вот проекты таких ребят креативных, они всегда отличаются уровнем максимализма юношеского. Конечно, как правило. Конечно. То есть только так, если эта линия прямая, она должна быть прямая во всех отношениях. Да, и в этом есть рациональное зерно, поскольку люди более взрослого поколения иногда не могут себе разрешить думать иначе. Да? Вот ребята, они прыгают, скажем так, высоко, не всегда этот прыжок может быть достигает цели, но всегда есть в этом креативная какая-то идея, всегда есть, и действительно нужна поддержка, обязательно нужна. Многие ребята Малой академии наук государственной, национального центра киевского, получают патенты на свои изобретения, вот мы с ребятами тоже в этом плане пока работаем усердно.
То есть доработать их нужно, конечно же. Конечно же, нужно еще потрудиться, но все возможно, получить патент. Оксана Анатольевна, а вот смотрите, безусловно, нужно поддерживать молодые таланты, но необходимы и наставники, которые направляют эти юные умы в правильное русло, соответствуют, должны соответствовать этим требованиям высоким. И у вас в Малой Академии Наук есть такие преподаватели? Конечно. Я вам хочу сказать, более того, у нас работают только такие люди. Поскольку мы знаем, что творческие ученики, только творческие работы – это результат мало того, что творческих людей, учеников, но это обязательно должен быть творческий руководитель. Без этого ребятам никуда не деться. Я хочу сказать, что наши секции, все наши отделения руководят отделениями наши преподаватели высших учебных заведений, это профессора, это доценты, которые получают очень маленькую заработную плату. Чисто символическую, чисто, да? Чисто символическую. Это энтузиасты, это люди неравнодушные, энергичные, которые всегда рады помочь ребятам в их научной работе. Мало того, иногда это бывает и ночью, и в будни, и в праздники, как говорится. Вдруг ударила мысль, да, и в огни, да. Бывает, да, у вас бывает. Так? Бывает такое очень часто. Звоните тут же наставнику. Звонят, пишут электронная почта. Обязательно все эти вопросы находят ответы. Как правило, это, конечно, работа в тандеме, поскольку ребята сами не могли бы достичь тех высот, которые вот на сегодняшний день у них есть. Но есть такая хорошая восточная мудрость: был бы ученик, а учитель найдется. Ученики замечательные просто сидят, Мне так кажется. И я думаю, что и у учителя тоже соответствует этому высокому уровню. Ребята, скажите, пожалуйста, вы занимаетесь научной работой, но при этом вы еще учитесь. И, как говорят, научка поглощает всего человека. А у вас еще остается время не только заниматься научной работой, но еще и учиться. И учиться, я так полагаю, что неплохо. Да, да. Иван? Вот будьте добры, как вы совмещаете научную работу с учебой в школе? Я пытаюсь более как-то структурировать свой план во время дня, и у меня есть отдельные дни, когда я могу заниматься этой работой. Понятное дело, есть помощь со стороны МАНа, опять же, эти руководители, которые нам помогают, с помощью которых мы можем сделать нашу работу правильно, ее распланировать и все такое. Второе, это все же уровень учебного заведения, насколько они сами понимают, насколько персонал понимает то, что нам нужно заниматься этим параллельно от учебы. И, конечно же, помощь со стороны лицея тоже, то есть учителя ответственные, все ответственные, очень хорошие квалификации, то есть мы получаем отличнейшую базу, и на основе нее мы можем быть уверены в том, что мы сможем защитить свою работу в Малой Академии Наук. И, все-таки, конечно, это планировка дня. Планировка дня. Режим дня. Да, режим дня, все это в каких-то рамках должно быть. Конечно, не заниматься этим днем и ночью, но нужно уделять этому время, иначе просто можно сложить руки и ничего не делать, а тогда и не будет результата. Просто стремиться к результату стоит. Георгий, а у вас тоже режим дня? У меня тоже, да, я тоже стараюсь правильно планировать режим своего дня, чтобы совмещать одновременно и учебу, и работу в Малой Академии Наук. Вот честно, мне никогда не удается распланировать день, чтобы придерживаться режима дня. Друзья мои, вы молодые ученые, научите, как действительно распланировать свой день, чтобы в него втиснуть многое и выбросить лишнее. Как вы полагаете? Ну, вот как ученые. Возможно, с режима дня стоит выбросить те фрагменты, которые не очень важны на сегодняшний день. То есть, понятно, у каждого человека есть какие-то физиологические потребности, то есть поесть, поспать. Каждый день, каждый человек уделяет этому время. И есть определенное время для работы.
И вот это время для работы стоит как-то разбить на структуры, что в этот момент времени я хочу заниматься этим, а в другой момент времени я хочу отдохнуть. И нужно четко знать как бы грань вот эту между работой и отдыхом. И тогда, возможно, как бы будет и время для работы, и зная то, что у тебя есть план, ты будешь более пледно работать. Оксаночка, этому вы тоже учите ваших учеников? Планировать и свой режим дня? Вы знаете, очень часто бывает так, что мы не находим время для контакта, непосредственно общения живого с этими детьми. Действительно, очень сложно найти время в их распорядке дня для того, чтобы, например, прочитать им какую-то интересную лекцию с какой-то области знаний. Очень часто есть в этом как бы необходимость, может быть, Малой Академии Наук, хочется им что-то донести. А вот собрать этих ребят и найти у них время свободное, вот это проблема действительно номер один. Поскольку день загружен очень серьезно. Как правило, эти ребята и учатся хорошо, поскольку учебе надо уделять много времени. И науково-доследовательская наша работа, она очень много занимает времени, очень много. Научно-исследовательская работа. А уже сам этот термин предполагает, что к любому исследованию нужно подходить научно, правильно? Да. А что значит подходить научно, Георгий, на ваш взгляд? Ну, подходить научно, ну, на мой взгляд, я считаю, что всегда к любой проблеме, то есть, ну, вне зависимости, с какого она там, например, предмета, то есть, или же она с энергетики, или же она, например, связана с электроникой, к ней всегда надо подходить осознанно. Всегда, то есть, всегда надо понимать, точнее, надо всегда понять, надо точную проблему перед собой поставить, нужно всегда, нужно поставить перед собой цели, которые ты хочешь решить, вот, поставить перед собой проблему и, соответственно, дальше искать способы, то есть как можно решить эту проблему и, соответственно, всегда, то есть если с научной точки зрения подходить, то есть всегда надо искать такой способ, чтобы он ну, был оптимальный, то есть для всех, то есть чтобы он был, ну, чтобы он был такой, чтобы он приемлемый в жизни, да? Да, чтобы он был приемлемый в жизни, чтобы его можно было как бы не только, то есть мы могли использовать, а чтобы его можно было внедрять и в другие аспекты нашей жизни. А как вы работаете в области экологии и физики? Иван, да. А вы в какой области работаете? У меня как бы техническая специальность, и у меня больше изобретательской деятельности, технические. А что вы изобретаете? Ну, печный двигатель. Сложно сказать. Как бы. Ну, например, каждый год это работа над новым проектом. В этом году, например, была работа над новой системой безопасности пожарной, от защиты сетей старых. То есть сейчас есть такая проблема, что замена сетей очень проблематична, вот, а перепады очень часто, скачки у нас случаются, часто ломаются приборы и все такое. И у меня как бы разработка заключается в абсолютно новой системе как бы защиты от перегрева, от скачков напряжения. И ну, для того, чтобы предотвратить пожары, как в общественных, как не в общественных местах, а в местах промышленных зданиях. Нет. Да? В промышленных зданиях и в государственных учреждениях. Вот именно так. Предотвратить даже пожары, да, ваша система может позволить. Ну да, это все-таки система пожарной безопасности, то есть как и любой аналог данной системы, он должен не только сигнализировать об опасности, но и предотвратить эту опасность. Георгий, если Иван работает над изобретением такой замечательной системы, как предотвращение пожаров, вы работаете в области экологии, то есть именно в ваших руках экологическое будущее? Ну, образно говоря, да, я работал над решением одной из очень актуальных проблем, которые сейчас существуют не только в Украине, но и, в принципе, как бы и во всем мире. То есть эта проблема, она касается ядерной энергетики, а именно я
находил решение на решение такой проблемы, как захоронение ядерных отходов на атомных электростанциях. То есть в процессе работы атомной электростанции на них собираются ядерные отходы. И, соответственно, как бы была проблема, что с ними делать, то есть куда их захоронить. Вот. То есть раньше как бы обычно люди их захороняли, то есть там, например, в скалах вырубали специальные углубления, куда их ложили на многие года, пока, ну... Но они же вечно как да. бы сохраняются, да? Весь не, ну там они на некоторое время, то есть где-то на 20, может, 30-40 лет, а потом они вытаскиваются, как бы возвращаются той стране, которая как бы дала на сохранение другой. Вот. А я как бы предложил такой способ, что можно сделать специальные контейнеры, в которых можно именно в самих крышках использовать новый материал, то есть который я предлагаю, вот. Для того, чтобы, первое, чтобы сами ядерные отходы, их никуда не вывозить. То есть сохранять именно на территории самих электростанций. Вот, то есть тем самым можно сохранить природу от опасного излучения, которое излучает вот эти все ядерные отходы. Вот, то есть именно от гамма-излучения. И, соответственно, тем самым можно сократить, то есть расходы, то есть уменьшить расходы, которые обычно наша, например, страна тратила для того, чтобы вывозить эти отходы, ну, например, в Россию. Вот, ну, очень давно такое было, что наша страна вывозила эти ядерные отходы на некоторое время в Россию, а потом, соответственно, возвращались. Вот. Так, то есть вы еще и заботитесь и о кошельке страны? Ну, да. Не только об экологическом аспекте, но еще и о материальной стороне, о наполнении бюджета, о сохранении средств. Ну, сохранение средств, ну и, соответственно, главной моей задачей было, то есть, это найти решение вот такой очень актуальной проблемы, как захоронение ядерных отходов. Вот. Это очень серьезные темы, Оксана Анатольевна. Над очень серьезными темами работают ваши сегодняшние ученики, которые пришли к нам в студию, которые нашли, друзья мои, я подчеркиваю, что они, несмотря на занятость, они нашли время прийти к нам в студию, чтобы пообщаться с вами, дорогие телезрители. Оксана Анатольевна, у нас есть еще немного времени. Будьте добры, 20 лет Малой Академии Наук Николаевской. За эти годы что еще произошло? Какие ученые вышли? Как они себя реализовали? Да, как правило, очень много у нас, скажем так, весомых результатов, победителей наших, не только всеукраинского уровня, как вот наши ребята сегодня, которые присутствуют в студии. У нас есть ребята за последние вот буквально несколько лет, победители международных конкурсов. В 2013 году у нас Иван Селезнев изобрел такой очень интересный прибор, ультразвуковой прибор для людей с проблемами зрения, который помогал ориентироваться им в пространстве. И вот с этим прибором он выиграл национальный этап в начале конкурса Intel Techno Украина, а затем в Америке стал бронзовым призером. Это очень такой серьезный результат. В этом, в 2015 году, тоже наш ученик Новицкий Александр стал победителем конференции молодых ученых в Турции по проблемам математики. У него очень сложная там работа, которая, наверное, просто обычным людям даже сложно произнести ее название, скажем так. Это действительно очень серьезное исследование в области математики. И также за годы существования Малой Академии Наук нашим Николаевским территориальным отделением, нашими ребята наши стали, 110 учеников стали победителями всеукраинского конкурса защиты научно-исследовательских работ в Киеве. 11 ребят получали и получают на сегодняшний день стипендию президента Украины. Тоже наши ученики. Трое ребят стали участниками школы для школьников, физической школы, которая проходит в ЦЕРНе. Это центр ядерных исследований в городе Женева. То есть это очень серьезные такие... Очень серьезные исследования, очень серьезные ребята, как вы говорите, элита, действительно элита. С этими ребятами очень приятно общаться всегда. Это такой позитив, это новые идеи. Мы очень как бы рады, что у нас есть такие талантливые дети, и пытаемся всячески им помогать. Да, я хочу еще обратиться к родителям, которые смотрят наш эфир. Дорогие родители, если ваши дети хотят заниматься наукой, и если они умны и стремятся к знаниям,
то, пожалуйста, Малая Академия Наук в Николаеве, она к вашим услугам. Оксаночка, как вас найти? Мы, наш научно-техническое направление наше, это центр технического творчества, который находится на переулке Курьерском, 5. Мы всегда рады. Пожалуйста, звоните, приходите к нам. Мы как бы принимаем детей с 8-9 класса, как я уже говорила, и продолжаем их обучение до окончания школы. Друзья мои, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию, уделили из своего такого занятого времени маленькую часть времени для того, чтобы пообщаться с нашими дорогими телезрителями. А телезрители увидели элиту уже даже не завтрашнего, а сегодняшнего дня. И еще я хочу пожелать вам, дорогие мои друзья, чтобы ваши изобретения шли только на благо, потому что в жизни еще есть зло, но мне кажется, что вы своей энергией и своим добрым сердцем можете победить зло. Правда. Друзья мои, спасибо, что вы были с нами. И помните, что добро сильнее зла, а вот эти молодые люди стоят на страже добра. Це була програма «Це вас хвилює». Хвилює нас лише добро. На все добре.